Встречи с выдающимися деятелями современности для Сафони в новинку. Студенты Арктического университета уже имели возможность побывать на публичных лекциях и задать свои вопросы нобелевским лауреатам, лидерам страны и даже британской принцессе. Но встреча с Павлом Лунгиным, пожалуй, была первой, на которой было заявлено столько желающих, что пришлось проводить настоящий отбор. Предварительная запись на мастер-класс проходила по заявкам, где каждый должен был указать свой опыт участия в кинопроектах. Самое тяжелое – это писать вообще на свете. Усадить себя перед пустым листом, перед компьютером – это самое сложное. Одиночество такое. В стенах Сафо режиссер фильмов «Такси блюз», «Остров», «Царь», «Дирижер» рассказал собравшимся о своем творческом опыте и ответил на вопросы, связанные с киноискусством. В Архангельск Павел Лунгин приехал прежде всего для презентации своего нового фильма «Дама пик», одного из самых ожидаемых и интригующих российских фильмов нынешнего года. Фильм основан на сюжете всемирно известной оперы Чайковского «Пиковая дама», написанной по одноименному произведению Александра Пушкина, но имеет свою интерпретацию. Оперная дива Софья Майер намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения, станет событием сезона, а все актеры постановки проснутся знаменитыми. О славе и деньгах мечтает молодой певец оперной труппы Андрей, и «Пиковая дама» для него – шанс достичь желаемого. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля. Ну, хотелось тоже показать, что на самом деле наша классика, о чем все говорят, что она полна жизни, полна внутреннего скандала, желание постичь этот мир, восстание против этого мира. Что это не академическое. Павел Лунгин посоветовал начинающим сценаристам и режиссерам чаще обращаться к классическим литературным сюжетам, пытаться понять их композицию и идеи, осовременить их, наполнять свежим содержанием. А главное – не бояться действовать и постоянно искать себя. Завершилась встреча традиционным подарком от Северного Арктического университета и намерениями продолжать сотрудничество в рамках проекта «Кино в театре», успешно реализованным молодежным театром «Панова» совместно со школой кино «Инфильм». Хочу еще раз поблагодарить Виктора Петровича Панова, потому что он, конечно, душа этого проекта. И я, пока не познакомился с ним, не понимал, сколько радости тут меня ждет. Я, честно говоря, полюбил Архангельск. Я полюбил вашу природу суровую. Я полюбил людей, которые, наоборот, открываются в дружбе и в тепле. И надеюсь еще приехать к вам. Спасибо. Таисия Машкова, Юрий Рюмин, Дмитрий Коротов, медиацентр «Сафо», Арктический мост.